Итак, друзья, привет! Меня зовут Азаренко Сергей, я фотограф из фотостудии «Париж». Вот. Многие спрашивают, как выглядит студия, где непосредственно проводятся съемки. Вот я решил провести небольшую такую экскурсию. Вот сейчас я вам ее покажу. Собственно, мы уже находимся внутри. Вот там вот у нас вход, зеркало, пеленальный столик. Ну и, собственно, вот он, зал сам. Небольшая кровать. Вот, значит, розовый фон. Светленький фон такой. Вот, есть черный бархатный, очень прикольный фончик. Соответственно, он поднимается, и за ним получается вот такая вот стена у нас. И вот такая вот с книжками получается. Вот, это значит у нас для детей новорожденных, и, то есть до года, даже до 5 лет, до 7, до 8, тут всех можно фотографировать, его хватает, сидя, если посадить, все нормально получается. Вот такой деревянный фончик, он двигается, соответственно, на колесиках. Значит, тут у нас окошечко такое достаточно большое, жалюзи. Каминчик, так скажем, импровизированный, и такая вот серенькая стена тоже для семейных, для любых других съемок подходит, прикольно смотрится. Вот, пол у нас, соответственно, половина темная, половина светлая. Вот, собственно, вот такая вот студия, друзья. Приходите, всегда буду рад видеть вас. У нас в студии. Всем привет и пока.